Одну серебряную медаль завоевала сборная Дагестана на первенстве России по дзюдо среди молодежи до 23 лет. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Единственным ее обладателем в команде Дагестана весовой категории до 100 килограммов стал Саид Садрудинов. Всего же обладатели 14 комплектов наград определили 569 участников. В их числе 12 спортсменов – представители сборной Дагестана. По итогам турнира тренеры сформируют национальную команду для участия в международных соревнованиях.